Пока 34-летняя модель работает на неделе моды в Лондоне, ее бывший возлюбленный проводит время с двухлетней наследницей. 45-летнего Брэдли Купера, Брэдли Купер и малышку запечатлели на улице. Звезда мировых подиумов и актер сумели расстаться без скандалов после 4-летнего романа. Они разделяют заботу о дочери, которая для обоих является единственным ребенком. Когда Ирина Шейк в командировках, обществом Леи наслаждается папа. Актера заметили во время прогулки в Уэст-Виллидже. Он вместе с дочерью шел на завтрак в одно из своих любимых заведений. Купер надел повседневную одежду, утепленную рубашку, спортивные штаны, темно-синее пальто и черную шапку. Лея выглядела очаровательно в белоснежном комплекте из курточки и штанишек. Ее образ завершили розовые ботиночки на меху, белая шапочка с разноцветным помпоном и красные перчатки. Она выглядела довольной жизнью и нежно улыбалась любимому папе. Купер взял девочку на руки. Актер торопливо шел, стараясь скрыть лицо дочери от порывов ветра. Он крепко прижимал ее к себе, когда пересекал оживленную улицу, сообщает Daily Mail. Недавно актер получил предложение сыграть роль Барри Гиба в предстоящем биографическом фильме о легендарной группе Bee Gees. Барри – единственный из братьев, кто остался жив. Моррис умер в 2003 году, а Робин скончался в 2012 году. Фильм еще не получил название и режиссера. Его продюсером выступил Грэм Кинг, который работал над биографией Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Брэдли уже имеет опыт пения на камеру. Он сыграл Джексона Мэна в своем фильме «С Леди Гагой звезда родилась». Однако для того, чтобы исполнить хиты Bee Gees, ему придется брать дополнительные уроки вокала. Брэдли стал звездой интернет-мемов после того, как с рассеянным видом присутствовал на церемонии BAFTA. Купер слывет образцовым папой, он все свое свободное время старается посвящать Лее. Ранее папарацци запечатлели его нежные объятия и поцелуи с дочерью.